Во-первых, у него из рта пропал круг. Во-вторых, у них за спиной появилась табличка. Откуда он взял эту бумагу? Объект Пиавиука. Оторвала ноги. Кажется, что Визи идет в этот угол, а на самом деле в этот. Откуда они вообще нашли столб там, где он не нужен? Добро пожаловать на наше объект-шоу по названию БЗВВВ. Шутка про яйца. З. Надеюсь, вам понравилось. Зрители бы уже 10 раз словили инфаркт, но от них ни звука. А еще они не живые. А почему не такой был? Потому что... Как можно разозлиться на случайный набор букв? Рот не совпадает со звуком. Ты достал сюда! Иди! Его пнули по прямой, но он решил не упасть, а полететь в Бразилию. Летит криво. Ты зачем это сделал? Тут два мела. Неправильные размеры. Раньше этой плиты под ними не было. Куда ушли другие объекты? Кривая тень непонятно, как работающая пружинка, которая не похожа на пружину, криво отлетела. Их должно было разнести по всей планете. Колонку бы разнесла в щепки, как имела, но нет, они целы и здоровы. Про то, как они упали, я вообще молчу. Смотрите! Его вообще показали мертвым, как он тут просто взял и сидит. И как он мог знать, куда их откинет пружинка? Ой! О, здрасте, мои дорогие объекты! Теперь мы можем начать наше объект-шоу! Еееей! Неправильные размеры. Где очки? Так я и поверил, что они так быстро очнулись. Мудрость, а какой приз? Как можно было не написать приз на объявлении и как тогда вообще можно было идти на приз, которого, возможно, не существует? Это моя всемогущая... Визи не договорил, а Лео уже в шоке. Власть! Если бы у него действительно была всемогущая власть, можно было и не отправляться в Бразилию. Что ж, кто его за ноги трясет? Сейчас мы узнаем, что у нас за первое испытание. Направлен вправо. Направлен вниз. Как колоночка смотрит на камерку, если она лицом повернулась в правый нижний угол, а чтобы заметить камерку, надо повернуться еще. Камерка, что случилось? На меня накричали! А вот и неправда, колоночка сказала ту фразу весьма спокойно. А почему тогда в других местах это не написано? Не волнуйся, ты можешь прийти в мою команду. Камерка не говорила, что ее не приняли в команду, а на нее накричали Портфилич явно что-то знает. Вот эти штуки потом перестали показывать лол ленивые. Эмил! Теперь ты со мной в одной команде. Эй, Портфилич, можно к вам? Конечно. Я должен найти пусть. Эй, Стеки, можно к вам, пожалуйста? Лево и Колоночка буквально телепортировались. Да еще и Лево уснул за 10 секунд. Осталось только два участника, очки и пластилиноч. Выбирайте, кого вы хотите в свою команду. Начинайте придумывать название для вашей команды. Я даже не могу подумать. То он стоит там, то его ноги за экраном, но размер его ассета остается таким же. Веселые пчелки! Она 10 000 лет ждала, чтобы это сказать. Вот а где вход? А помидоры, сыр, мука, молоко и колбаса. Как она могла знать, что в списке? Дверь тоже летит в Бразилию. Три раза сменили ракурс просто так. Иначе я лишу тебя твоей батареи. Стеки вооружен до зубов. В каком месте он вооружен до зубов? Хм.
откуда упали продукты. О, Пластилиныч, притащайся как быстрее в машину. В смысле, почему я? Откуда они падают? О нет, они нас обогнали, мы должны их догнать. Зачем вставлять эту сцену, если гангстеров нам показывали 5 секунд назад? Это же бессмысленно. Исчезновение Мела. Я, конечно, извиняюсь, ребят, но пиццу. Пицца тоже летит в Бразилию. Откуда падает стеки? Итог. Лучшее шоу, которое я когда-либо видел, всем рекомендую.